回家吧，回去。Нам нужно шоссе. Зачем мы живем в мире? Для счастья. Почему вы зарабатываете? Ну, для счастья, для чувственного счастья. А я сегодня объявляю вам еще два высшие счастья есть. Счастье самати и счастье абсолюта. Определенные методики, определенные медитации, конкретные этапы, как надо там сделать, в каком днем, там все такое, да? Как с утра до вечера, как надо, как жить, все написано, прописано. Это когда наш монах приедет, он вам расскажет. Лалитам чаутуэдо ямиропин кумью самбэ тенерому витадо мязвапия. Атулам тила садо гоньеру джампьяйме иру широму витадо мязвапия. Саранам лайбаньяо джам джингам чимьятуне тизонаму витадо мязвапия. Тибау патама логатома бондома най. Килида пумирогу неирому витадо мязвапия. Ямакам еми сонзон дагу пьярияру пьясуанайному витадо мязвапия. Что дальше буду делать? Вы решаете. Дальше буду смотреть или нет. Буду слушать или нет. Что-то буду делать. И вот этот круг этих пять тел, это и есть жизнь. Все, вы знаете о своей жизни. Идите домой, живите. В этом круге все, каждый святые, каждый, да? Все Будды, все просветленные, все люди, личности, мудрые, говорят, что там никаких хорошего нет. Только старение, болезни и смерть. А вы когда-нибудь получили подарок, правильно? Вот-вот. Когда вы получили подарок, так было хорошо. И потом забыли. Наше тело, наше вот эти ментальное тело, вот эти все пять тел, это как подарок. Сейчас, я не знаю,